Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень приятно в этот день нам, на этом месте, вспоминая, наверное, 3 года, когда было здесь по латышке собрание у вас, и из памяти никак не ушло то, что мы пережили, когда и дожили до сегодняшнего дня. Слава Богу! Уже брат сказал, меня звать Степан. И дедушка, и прадедушка. И Господь благословил нашу страну Россию таким прекрасным президентом. Он от Петербурга, все вы знаете, и мы, пользуясь такой драгоценной свободой, которую власти нам дают по настоящий день, что мы можем делать такие благословенные, чудные встречи, конференции из всех стран, братья-делегаты, которые приехали, я хочу вас от братства России всех поприветствовать тем именем, где оно чудное имя для всех нас, потому что это имя Иисус, Он нам принес спасение. Слава Ему! И я думаю, что мы дорожим этим именем. И помоги нам, Господь, и также всем вам дорожить и хранить все то, что Он нас определил и призвал к тому, где сегодня братья много уже говорили, то, что Петр написал, как мы должны относиться ко всем. И я думаю, что мы не должны забывать наши отношения, прежде всего, это почтение наших родителей, кого они есть. Я помню, что для меня отец и мать – это были святыня. Когда мама благословляла, то я всегда сокрушался и плакал, и благодарил Господа, что они с детства могли мне показать Иисуса при своей жизни. Слава Ему! Мы с твоей Валентиной прожили 46 лет. Недавно был день рождения у нее. Я ночью проснулся, бабушка моя сопит, потихоньку спит. А я гляжу на нее и говорю, Господи, как я тебя сильно благодарю за то, что ты меня наделил такой супругой. И в чем? Я вам скажу. Вспоминая 46 лет совместной жизни, и я хотел вспомнить хоть один случай, когда она повысила голос и что-то сказала. Не мог я вспомнить ни одного случая. И когда она проснулась, я говорю, Валентина, скажи, вот у меня память слабая, а тебе, наверное, не дома за себя говорить. Ты на меня шумела когда-нибудь? Она говорит, нет, мне помог Господь. И когда дети собрались, я думаю, надо у детей спросить, потому что мне не безразлично, как молодые братья, сестры, семьи живут, потому что это схождение наше начинается не с церкви, не с кафедры, что мы вот власть получили и все. Оно начинается все из дому, идет из дому, все идет из дому. И когда я спросил, я говорю, дети, они уже взрослые, последние уже больше 30 лет, я говорю, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали, чтобы мама ваша кричала на меня и на вас? Они заплакали, сказали нет. Я еще склонился поближе к Богу
и прославим Господа. Потому что действительно рожденные свыше от Духа, от Слова, люди, чтущие и почитающие один другого выше себя, и также девиз тот, что нужно нам любить и никогда не забывать братьев и братство, и ходить в полном послушании. Это очень важно и много значит для нашего спасения, для счастья семейного и также благословения церквей и молодежи. Мы здесь с вами собраны, Господь делает для нас эти прекрасные праздники общения, чтобы мы учились друг от друга и подкрепляет нас через молитвы Духом Святым, чтобы мы могли бы быть действительно служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, все убьет, ничего не останется. А Дух животворит. Слава Господу! И живущие по Духу, они жили будут. И это отрадно. А там, где буква затвор, там нет жизни. И Бог нам подарил жизнь в Иисусе. И эта жизнь, Он хочет, чтобы она была у нас с вами друг к другу, братья, чтобы мы почитали один другого выше себя. Знаете, мне всегда хочется так видеть самого маленького и молодого брата, но он любит Господа, что я его вижу, что его Господь спас и благословил, и чтобы видеть его выше себя, и чтобы чем-то послужить ему, сказать какое-то слово наставления, и чтобы Господь сохранил и благословил его жизнь. Нам Писание говорит так, я прочитаю немного из Петра же, где здесь написано вот этот девиз, и дальше идет такое слово: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны». Не воздавайте зло за зло, или ругательство за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот важно в жизни нашей быть милосердным, дружелюбным, смиренным. И не воздавать никогда, никому, если даже кто-то, может быть, и не так поступает. И нам хотелось бы, чтобы он по-другому поступал, а он не поступает. То ни в коем случае мы не должны воздавать зло. Мыслить даже нельзя. Мы должны благословлять и быть милостивыми и милосердными. И молиться. И не отворачиваться сразу, что раз ты мне в чем-то не угодил, все, ты мой не брат. Помоги нам, Господь, избавиться от такого состояния, а чтобы нам действительно иметь тот дух, который был во Христе, потому что написано, что кто Духа Христова не имеет, то тот что? И не его. Христос любил, Христос миловал, врачевал, исцелял, и также Он то, что тлело, не тушил, и то, что было надломленным, Он миловал дальше, Он исцелял и благословлял. И сегодня каждый брат, каждый служитель Церкви Божией, он должен иметь это помазание, чтобы действительно люди и народ Божий нас любили и почитали. И мы также служили им с любовью. И я хочу,
коротко вместе с вами помолиться, благословить вас, всех служителей, гостей наших, особенно благословить этот край, где мы находимся. Если так посмотреть на устройство уже начала этого дня, меня так спросили, как, брат Степан, вы смотрите. Я говорю, если какое еще чудотворение нам не достает, чтобы Христос что-то такое сверхъестественное явил здесь и показал. А так здесь весьма хорошо и прекрасно. Бог среди нас, слава Ему! Красота та, которую Давид когда-то видел в храме Господнем, если мы духовные люди, то мы ее созерцаем в каждом, и Господь говорит через каждого и возвещает нам о том пути, чтобы мы свято ходили перед Ним. Станем и будем молиться, просить Божьего благословения.